Привет и добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы производим монтаж в Оренбургской области. Теплица Митвайдер называется. 4 метра шириной, 8 длиной, 6 стеновыми форточками, с форточными боками. Все на термоприводах. Каркас мы уже собрали. Прицеп шили поликарбонатом. Сейчас будем выставлять все по рулетке, по шнурке. И каркас будем прихватывать уже на сварку, крепить. В дальнейшем будем дальше уже обшивать поликом. Поставили мы каркас, закрепили его при помощи сварки фундамента. Также прикрепили одну стенку поликарбонат. Прикрутили отливы по периметру понизу. Также подготовили стеновые форточки. Они сейчас справа стоят возле стенки. И одновременно подготавливаем форточные блоки. Ну что, монтаж у нас подходит к концу. Осталось у нас закрутить облицовку верхнюю и стеновую. Также парни тут доделывают термоприводы на форточные блоки и на стеновые форточки. Ну и в принципе на этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.